Екатеринбург, 12 мая, РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью работника на шахте Евсютинская в Нижнем Тагиле, сообщает в субботу надзорное ведомство Свердловской области. По предварительной информации, утром в субботу на шахте Евсютинская ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» трое работников закладывали взрывпакеты, двое работников вернулись, а один из работников остался. Впоследствии мастер обнаружил, что вернулись не все работники, спустился и на 240-м горизонте обнаружил тело сотрудника, погибшей, машинист скриперной лебедки с правом ведения взрывных работ, 1987 года рождения, работал на предприятии с 2011 года. При осмотре врач пояснил, что тело имеет характерные признаки взрывного травмирования. Однако работники характерных звуков взрыва не слышали, отмечает прокуратура. Прокуратура в ходе проверки выясняет обстоятельства гибели работника шахты. В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ. Запрошена документация с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина гибели работника шахты. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении.